Так. Что надо сделать? Отключить газ, чтобы получить доступ к шлюзовой камере. Сюда мы пойти не можем. Сюда мы, значит, пройти можем. Кстати, нет, мы здесь были. Черт. Нам нужно отключить шлюзовую камеру, да? Не, стоп, нам нужно отключить газ, чтобы попасть в шлюзовую камеру. Как это сделать? Ну, по всей видимости, надо куда-то забраться. Ну, точно не сюда. Ну, однозначно не сюда. Тогда вопрос. Нет, не сюда. Однозначно не сюда. Тогда, возможно, вот сюда. Итак, выход оказался прямо вот здесь, я его не заметил. Ну ладно, бывает. Значит, выпрыгиваем. Сохранения, кстати, нету, это потому что высокая сложность. Кто там двери убивает? Оу, здорово. Тебя я не испугался. Ха. Так, у меня и вылетела игра. Оперативки не хватило, не знаю почему. Продолжаем, надеюсь, не зависнем. Чел, тебе дверь открыть? Ха, нельзя. Ну ладно. Куда здесь идти-то? Допустим, здесь батареек нет. Ну ладно. Ладно. Фух. Продолжаем. Обед за... ты что, за мной не бежишь, что ли? Ну беги давай за мной. Беги. Я сейчас крутой разворот сделаю. Ну где ты же меня видишь? Давай. Фу. Ну почему ты меня находишь? Ну давай, замахнись на меня. А вот так тебе. You were mine! О, так действительно работает, друзья. Если приседать все время, не будут они тебя атаковать. Можно использовать в своих целях. Так что... Черт! Так что... Если не знали, вот я и помогаю. Да. Я думал, он нас уже услышал. По-любому, но мы нашли вентиляционную шахту. И поэтому быстренько отсюда выберемся. Ну, вот этот баг я буду использовать при виде всех врагов. Допустим, даже вот сейчас. Хотя нам это даже, собственно, не надо. Мы можем тупо с двери закрыть и уйти от него. И вот мы нашли еще один проход. Идеально. Мы скрылись от врага просто мастерски и просто вообще суперски идеально. Нету батареек. И давайте, испугайте меня сейчас. Вот вовремя, да? Вот только что сказал, давайте, испугайте меня сейчас. Ну, не очень-то испугали, если честно. Но все равно вовремя это сработали. Ага, во, все. А, это не здесь. Уходи, это мое место. Ну хорошо, я ухожу. Вот, я вышел. Собрался убить меня. Да не собираюсь тебя убивать. Сдолба. Так, идет сохранение. Опять он идет. Ну куда здесь идти-то? Здоров, чел. Где ты? А, вот ты где. А ну, приседаем. Ага, ну тут уже понятно, я просто присел и полностью, и поэтому меня ударил. Воу-воу-воу, выбирайся. Нет, не успел. Ну, по сипке. Да, ну этот баг нужно определенно использовать при встрече с врагами. Надо, кстати, найти будет батареечку, хотя у меня 3 батарейки, да? Сейчас посмотрим, у меня батарейка. Ну-ка. Да, конечно. Не страшен, ты не страшен. Ты здесь, да? А ну давай, бей меня. Не бьет. Вообще не бьет, друзья. Он вообще не может меня бить. Отлично. Вот этот баг я буду использовать. И против Криса, и против этого, против всех. Так что для меня это прохождение скажется очень легким. Ну, я думаю, что будет легким. Кстати, да, как обычно, мол... Эй, что лагаешь? Я не понял. Доберитесь до радио в тюряге. Ну хорошо, это тоже проще простого. Ну хоть... Да, ну почему не лагает дальше? Выходим. Сейчас он нас будет преследовать, да? Ну мы уже знаем, что нужно делать. В любом случае... А, он нас нашел. Ну ладно, закроем перед ним. Да, спасибо. Спасибо, чел. Да, ну что ж ты делаешь? Встал, я не мог вообще убежать. Я еще прям перед собой двери закрыл. Вообще логика. Я туплю. Ну ладно, попытка номер 2. Пока что это 2 попытка, ну ладно. Обнаружил. Ха, класс. Надо так почаще показываться на глаза ему. А теперь мы его вот так закроем, значит. А он их выламывать будет. Так я ему еще 2 закрою. Чтоб не мучился потом. Запрыгиваем.
Здоров. Фильтрация быстро мне. Ну, теперь меня вряд ли что-нибудь особо напугает. Да, что ж ты... Ну все, мы освободили того чела, хотя он, наверное, умер. Да, он умер. Кстати, довольно-таки хорошая штука. Теперь вместо того, чтобы сразу погружаться и очень сильно лагать, теперь оно подгружает, типа, когда мы, как будто мы подключаем какой-то уровень. И это просто супер. Во, наконец-то, загрузилась новая локация. Слишком много времени я потратил на ее загрузку. Не знаю, почему все время не загружалась. Ну ладно, ну, по крайней мере, мы на улице. Да, свежо. Правда, туманно сегодня, но ничего. Кто? Дедуля? А, он там. Ну ладно. О, привет. Ты паркуришь? Стой, как туда забрался? Нельзя сюда. Ну, по идее, нам нужно туда пойти. Но как туда попасть? Ха, вот откуда? Отсюда, да? Да, конечно. Вон за этим челом бежим. Кстати, он у нас не нападает, это просто супер. Это отлично. Оу. Воу. А что это было? Это как будто его, знаете, ударили или что? Но на самом деле никто его не бил, у него что-то в голове взорвалось или что? Че он начал-то? Так, не сюда. Куда ты, собственно? Какие-то челы с дубинками идут. Ну, меня они, по всей видимости, даже трогать не собираются. Ай, отлично. Пришел к месту, где можно открыть. И оно оказалось закрытым. Логика. Так, здесь все закрыто. Закрыто, закрыто. Стоп, а может и нет? Нет, закрыт. Двери. Ой, ой, я тебе мешаю. Ну, выбей. Что ты не убиваешь двери? Ну так неинтересно. Так, пустая комната. Да, пустая комната. Все, пустая. Туда, куда-то даже нам идти. Кстати, на вспышке ничего и не видно. Оу. Что он делает? А, баскетбол играет или что он там? Он играет в одиночку и проигрывает, а там случается вся игра. Ну, можете почитать. У нас какой-то спидран получается, что ли? Значит, нам нужно, по идее, сюда, но нам должны открыть нашу клеточку. А, открыли! Спасибо! Значит, все-таки нам нужно было туда идти. Ну ладно. Теперь нам нужно вот сюда следовать. Теперь нам нужно вот сюда. А что, я прям на ходу сюжет узнаю или что? Нет, ну нет, не сюда. Или сюда. Нет, все-таки туда нужно было. Тогда прыгаем. Кстати, тебя я не испугался, на тебя даже не смотрел. Спускаемся, хардкор. Куда здесь? А, ползти. Интересно, куда это меня приведет? Здесь уже самый низ. В никуда. Ну зато здесь висит батареечка. Единственный плюс. Что мне обратно так ползти? Я не хочу. Нет. Да вы серьезно? Кстати, у Вейлана довольно-таки хорошие, точнее, красивые пальцы, в отличие от Майлза. Майлз какой-то вообще... Ну, он вроде молодым был, а в итоге все равно каким-то старым был или что. Так, короче, куда здесь надо? Вечно все путы, но здесь не сюда, не сюда, не сюда, тогда вниз. Ой, что-то я вообще немножко не так прыгнул, ну ладно. По лестнице. Ну, логично, если стоит лестница и больше ничего нет, значит только по лестнице. Кстати, здесь довольно светло. Воу, неужели я вижу локацию, которая освещена? Это, наверное, единственная локация, которая вообще в Outlast'е существует. Не знаю, никогда других не видел. Здоров. Куда надо? Куда? О, двери открыть, двери закрыть. Кстати, звуки и голоса были этих двух братьев. По всей видимости, они там остались. А, нет. Они сюда пришли. Ну, в общем, вы мне мешать не будете? Конечно, не будете. Вы либо просто должны были пройти, либо должны были меня убить, но ничего не убили. Что это было? Чё? Не убей меня. Я знаю. Не догонишь ты меня. Это Вейлон закричал или это кто кричал? Неважно, я не знаю, что здесь произошло, я даже знать не хочу. Кстати, опять что-то темно стало. Да нет, мне не интересно. О, документик.
Документ. Читаем, читаем документ. Хотя он был маленьким всего лишь. Малюсенький документиком. Что же ждет мне дальше? Наверное, какой-то страшный момент. Он сквозь меня прошел. Тогда. Здорово. Батарейки нету. Здорово, дверь закрыта. Супер. Супер, супер. А, лестница. Я даже не заметил, он сам полез. Я просто прошел, он сам тут начал забираться. Ну, это даже хорошо. Доверяем, говорят, это наука, ну, не так, конечно, для нас, наверное, здесь били. Понял, они всегда были что-то там. Короче, неинтересно. Тем более, он тут даже Майлз, по идее, говорил. Оу. Оу, били. Здорово, убей их всех там. Конечно, дашь мне пройти. 100%. Ну ладно, пусть Билли не пройдет. Билли нас никогда никуда не пройдет. Он тупой. Все. Значит, мы... Рация. Супер, мы добрались до рации. Так, Спаклин. Давай, связывайся. Нас, короче... кто? Это же чел, помните его? Он нам говорил, что он будет делать. Бежим, короче. Конечно. Вайлен, ты не мог просто... Ты не мог просто закрыть свой рот. Не мог играть с ним. Но теперь уже ты не сможешь ничего сказать. Он меня сейчас задушит, что ли? Не надо. Крис! Друзья, Крис! Я слышал знакомую музыку. Сделай мне одолжение. Сдохни прямо здесь, Парк. Красавчик, сказал. Ну ладно. Все, встаем, короче. Значит, батарейки. Кстати, он ушел и пропал. Воу. Как это он выбил двери, если... А, он типа швырнул, типа. Ну давай, ты меня видишь? Конечно, видишь, ты же наш толстячок. Можешь не стараться, ты меня не догонишь. И тебя в обычном молотпласте легко. О, спасибо, что дверь закрыла. Тебя в обычном молотпласте легко побеждаю. А здесь-то вообще... Как я. Черт, он здесь прямо. О нет, он прям за мной. Ну все, он меня не догонит. Все, есть. Есть процесс экстренной эвакуации, ну да. Потому что Крис пришел, наверное, потому что здесь били. Меня начал лагать. Священник. Прячься к административному блоку, чтобы выбраться. Есть и еще одна заблудшая душа, не бойся. Слышь, священник, это, наверное, ты делал. А, это, наверное, Майлз уже. Либо он уже есть, либо его еще не было. О, у вас здесь дурдом происходит. Ну ладно, я не буду вам мешать. Я только... А, только документик. Точно, только документ. Да давай, бери документик. Читаем, конечно, читаем. Все читают документик. Нет, ну... Кто больше не человек? Я не человек или кто? Или призрак? Этот, Билли. О, помню, да, в обычном молотласе здесь тоже батарейка лежала. Но Майлз же, по идее, подобрал ее. О, 5 из 5 батареек. Друзья, это просто рекорд большой. За... Что? Он сзади меня, друзья. Крис сзади меня. Ну ладно, мы сейчас его быстренько пойдем. Где он там? Ага, он вообще пропал. Он вроде как быстренько бегает, он толстячок, но быстренько бегает, но что-то он не особо пытается. Опять что ли полчаса грузить будет? Не, нормально, все быстренько. Так, спускаемся-ка мы вниз. И начало лагать, и начало еще раз лагать. Так, ладно. Мне опять выбыло из игры, памяти не хватило. Оперативной памяти не хватило. Не знаю, что мешает, здесь карта какая-то странная. Ну ладно, сейчас мы немножко пробежимся и на этом закончим серию. Это вторая серия. Немножко побегали. Немножечко посмеялись над Крисом, который вообще меня не напугал, во-первых. Ладно, короче, все время вылетает игра. На этом мы закончим вторую серию. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайк, прокомментируйте, также подписывайтесь, советите друзей. Это был Outlast Whistleblower, осведомитель. Всем пока.